Миша. Сюда. И Поша. Миша. И раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз. Оп! Вот, молодец. И оп, 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 оп. Браво, молодец. Видишь? Вот, вот, молодец. Ну, я скажу так, это первая якутская лошадь, дрессированная, да? Барьер. Япоша, Хаси. Вита. Барьер, барьер. Бежим, 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 бежим. Вот, хорошо, молодцы. Ай, молодцы все какие! А, ну, как вы видите, я достаточно универсальный дрессировщик, да, работаю и с лошадьми, и с собаками, и с оленями, и даже лисы у меня имеются. Ну, как бы в основном северными животными, и основная мой профиль – это по лошадям. Ну, на данный момент у нас 7 рабочих собак, которые работают в номере, плюс с ними в номере работают еще 3 оленя, целая семья – мама, папа и дочка. Плюс 6 лошадей. Здесь у нас Тото, самый молодой представитель с этой группы. Скай. Здесь Скай. Это самый старший представитель нашей группы породы Маламут. Это Миша, сибирский хаски. Доча, тоже сибирский хаски. Япоша, сибирский хаски. Хаси, сибирский хаски. И Витаминка, сибирский хаски. Витаминка, Япоша и Миша – самые младшие представители нашей группы. Мой рабочий день начинается с 7 утра. Мы начинаем наш день с того, что мы пришли и начали сразу чистить лошадей к репетиции. В 8 утра мы должны быть уже в манеже, потому что у нас манеж расписан все по часам. Как бы артистов много, жанров много, и все занимаются в каждое свое время. Поэтому у животных обычно это время с утра. Лошади у меня занимаются с 8 до 10, и так как, чтобы с 8 часов успеть, выйти в манеж, мы приходим в 7, начинаем чистить, кого-то мыть, если кто-то там грязно что-то постоял, да, обязательно. Начинается с уборки все, то есть все животные, все лошади все вышли в манеж, пока они здесь разминаются, репетируют, там идет уборка. После репетиции мы заходим обязательный душ. Вот, ну, каждый день, потому что лошадь очень такое животное, чисто плотное, да, и когда она занимается, оно потеет. Этот пот, он очень соленый и очень раздражает кожу, если его не смывать. Поэтому мы каждый день их моем, душ обязательный. Где-то примерно раз в неделю, раз в 2 недели они моются с шампунем специальный. Это уход за гривой и хвостом. Обязательно опрыскиваем кондиционером все это дело. Соответственно, у нас кормление. Я предпочитаю вообще кормить своих животных и присутствовать на кормлении сама. Это наш персик якутской породы, нет, он жеребец, взрослый уже, ему 7 лет. Необычный окрас, да, вы заметили, у него чубары, как бы взяли мы его в основном из-за окраса, ну и вообще как якутский цирк без якутской лошади, да. Ну, скажу, истинный якутский характер, все, что рассказывают про наших якутских лошадей, это все правда, вредный, упертый. Такой довольно-таки, ну, своенравный мужчина, но мы с ним смогли договориться по-хорошему. Это его зарплата за морковку, он душу продаст. Ну, как бы, и вообще, конечно, якутская лошадь – это очень хорошая лошадь, они хорошо обучаются, очень хорошая память у них. Ну, я скажу так, это первая якутская лошадь, дрессированная, да, в Якутии, ну, и вообще, я так думаю. Поэтому мы свои умения будем совершенствовать. И я думаю, в будущем он покажет очень хороший номер. Собаки, ну, хаски и маламуты, они вообще сами по себе как бы породы ездовые. Поэтому усидчивостью и особым послушанием они, ну,
не отличаются. Как бы. У нас все на позитиве. В основном я стараюсь как бы, из них индивидуально вытаскивать те трюки, которые им нравятся. То есть, если собаке что-то не нравится, она будет это делать медленно, вяло, ну и без особого желания. Я стараюсь к ним подходить индивидуально, и то, что им больше всего нравится, я то как бы и прошу их делать. А здесь лошади живут, отдыхают, спят, кушают, моются как бы. И, ну вот здесь у нас Грозный Тор стоит, мой любимчик, да? Красавчик мой. Красавчик мой, да. Ну как бы мы с ним очень хорошо общаемся. С детства я сразу решила, что я буду работать с животными. Я с детства с лошадьми. Раньше я занималась скачками, работала со скаковыми лошадьми. Потом всегда увлекалась всю жизнь дрессировкой собак, как бы, да, и потихонечку у меня все переросло это из увлечения в мою профессию. Да. Мы каждый день совершенствуем наши номера, усиливаем трюки. Каждый день чему-то новому обучаем. Не терпится, да? Оп! Ай, молодец какой! Пускай, пошли. Давай, 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 давай. Давай, давай, молодец какой. Вперед! Хорошо, Вита, молодец. Давай, пошла вперед. Ай, Вита, умница, девочка. Молодец. На место. Скай. Спасибо.